И вот она, передача на свободное пространство между линий. Три защитника перед Дани Гомесом. Вот он слева. Ускоряется Моралес справа. Гомес. Удар мощнейший. И очень неожиданный, кажется, для защиты Валенсии. Вот этого и боится Валенсия сегодня. Поэтому играет довольно плотно. Пространство между линиями по пару устраивают в отборе. Подача. Удар. Гол. Уго Дура притаился за спинами широких ребят. И выпрыгнул. Не то, что вколотил. Закинул мяч. Подача направлена прямо в голову Уго Дура. Там еще Урор Ширачич выпрыгивал. В общем, 2 в 2 шли игроки Валенсии. Он всегда кстати. Такие бойцы команде, конечно, нужны. И таких обожают фанаты. А здесь синхронно повалились сразу два футболиста Леванта. Это штрафной в пользу гостей. Раскочегаривается игра, как я и говорил. Моралес сместился в центр. Очень интересно, что скажет Фигерова Васкес. Красная карточка Хосе Гая. Я не хотел, чтобы мои слова стали пророческими так рано. Придется строить методично затяжные атаки. А Валенсии уже прижимать своим воротам и помышлять только о контр-игре. А вот сейчас хороший момент у Дани Гомеса. Концов первого тайма. Удар. Мамардашвили бедром накрыл этот мяч. Нынешнего голкипера Челси. Тени эту Армендиа. Остающегося. Ох, момент. Дальний удар. Шикарно. Еще дальний удар. Вот это удар. Посмотрите. Барди разыграл угловой. Сместился в центр. Как Гедош, уже ушедший с поля. И пальнул дальний угол. Вот это да. Вот это да. Леванте сравнивает счет. Углового. Сколько они стандартов исполнили в синих-красных цветах. Моралес. Разыграли угловой. Подача. И Дуарте, ну, пробил, как Уго Дура, в эти же ворота. Правда, в другой угол. Точно в 9. И очень печальный для других. Фигерова Васкес отправляет у команды в подтрибунку 1-1. Валенсийское дерби заканчивается ничью. И снова ни одной из команд не удается дважды за сезон обыграть другую.